Здравствуйте, мои необыкновенные! И я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Срочная новость для вас. Что идет в вашу жизнь? Что уже на пороге? Здесь мужчина идет. Влюбленный, либо же, возможно, водного знака зодиака, который живет у воды, который связан с водой. Здесь будет его яркое проявление в вашей жизни. Здесь мужчина, у кому должен... знаете, долг вернуть, либо же обещание он давал здесь и не выполнил, да? То есть обещал и не выполнил. Так, здесь мужчина после долгих, знаете, каких-то раздумий, ну, понимает, что он неправильно сделал, понимает, что нужно что-то менять, нужно что-то решать. То есть постоянно жить в каком-то подвешенном состоянии здесь невозможно. Поэтому он вам принесет, знаете как, вот кому должен был, отдаст, кому обещал, исполнит. Да, вот эти вот ограничения, в которых он сам находился, ему как бы от этого легче не было. И вот знаете, как-то выдохнет, прямо аж легче ему станет после того, как он выполнит то, что вам обещал. Есть чувство у него к вам. Либо же, если вы смотрите по любовной тематике, здесь мужчина влюблен в вас. Если же здесь как кто-то, да, с рабочих аспектов, либо же семейный. Здесь в любом случае человек очень добродушно, светло и ясно, знаете, вот такие светлые энергии у него к вам. Ставьте лайк для счастья и гармонии в вашей жизни. Пишите «принимаю, благодарю» для исполнения. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.